30-летний юбилей всероссийского турнира. Когда-то мемориал Галины Горенковой был домашним, только для Омска. Но с годами сменил статус, и теперь здесь собирается цвет российской и зарубежной художественной гимнастики. Приглашение сюда престижно, а победа запоминается на всю жизнь. Ведь уровень турнира и конкуренция под стать международным стартом. На уровне министерства. В этот раз на ковре собрались представительницы 22 регионов России, а также Венгрии, Эстонии, Белоруссии, Казахстана и Армении. В числе VIP-гостей прославленные амички. Двукратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева и первая чемпионка Европы по художественной гимнастике Галима Шугурова. Именно она была воспитанницей Галины Горенковой, а уже после ее смерти организовала турнир памяти любимого тренера. Святая обязанность приехать на эти соревнования. Поэтому я ежегодно приезжаю. И будут, надеюсь, приезжать, пока позволит здоровье. А первые соревнования проводила я, Красной Звезде, со своим коллективом. Это уважение и память тренера. Это, наверное, в какой-то степени учит деток быть благодарными и помнить о таких великих педагогах, как Галина Павловна Горенкова. Укротить ленты и булавы собрались кандидаты и мастера спорта. Все художницы могли проявить талант в индивидуальных и групповых упражнениях. За происходящим внимательно следил судейский корпус и зрительный зал. В родных стенах особая ответственность за результат. И ожидание оправдала победительница многоборья Анфиса Зайцева. Чтобы я эмоционально выступала и не было таких ошибок, мы старались над амплитудой работать, и чтобы все было четко и... В общем, уверена, чтоб я была в своих композициях. Мы, конечно, очень долго готовились. У нас еще до этого были соревнования. Потом мы приехали и начали сразу готовиться к этим соревнованиям, так как это очень ответственные соревнования для нас. Конкуренция у мастеров была еще выше. Три лидера нынешнего состава участниц – члены национальных сборных России и Белоруссии. В итоге они и тасовали места на пьедестале. Но титул абсолютной чемпионки турнира выиграла заслуженная мастер спорта из Пензы Полина Хонина. За ней многоборье и еще 4 призовых места. Конечно, тренируемся очень много, почти целый день. Стараемся, добиваемся цели. Я думаю, у каждого спортсмена одна большая мечта – это Олимпийские игры. Конечно, надо к этому всегда стремиться. Настоящий звездный час был у 15-летней Виктории Данильчук. Шею амички украшали 5 медалей. На турнире спортсменка ярко заявила о себе, несмотря на юный возраст и всего лишь второе по счету выступление по программе мастеров спорта. Неделя-полторы мы готовились усердно, ходили на 2 тренировки, даже школу пропускали бывало. Делали по много прогонов, чтобы достичь этого результата. Это пропаганда просто нашего города Омска и пропаганда нашей школы художественной гимнастики. Конечно, наш регион присутствует постоянно, но в этот раз были тоже гимнастки из Санкт-Петербурга, гимнастки из Краснодара, то есть из таких, из Ставропольского края, из далеких регионов, которые приезжают тоже сюда к нам. И все с удовольствием сюда приезжают для того, чтобы тоже поучиться у наших омских гимнасток. Закрытие 30-го мемориала и награждение победительниц превратилось в настоящий спортивный бал. Блистающие спортсменки и медали, отливающие золотом, серебром и бронзой на шее. Участницы завершили выступление и будут готовиться к новым стартам. Амички вновь выступили выше всяких похвал, потеснив в фирменных дисциплинах и заслуженных мастеров спорта, и зарубежных соперниц.